Шеф-повар Максим Григорьев. Варенье из бананов. Такой одновременно экзотический и привычный нам фрукт редко ассоциируется с приготовлением каких-либо заготовок. Но на самом деле существует немало рецептов, составляющим которых являются бананы. Варенье, джем, пирожные, печенье, торты и много другое. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты. Бананы 2 штуки. Вода 70 мл. Сахар 1 ст. Сок лимонный 1 столовая ложка. Шаг 1. Для работы нам понадобятся бананы, сахар, вода, лимон. Шаг 2. В сотейнике соединить воду 70 мл, сахар 1 стакан и лимонный сок 1 столовая ложка. Довести до кипения и проварить 3 минуты. Шаг 3. Бананы 2 штуки очистить от кожуры, нарезать небольшими кружочками и потолочь вилкой до состояния пюре с небольшими кусочками. Шаг 4. Полученное пюре добавить в сахарный сироп и проварить 5 минут. Отставить на 3 часа. Шаг 5. Затем повторно довести до кипения. Проварить 10 минут, помешивая. Шаг 6. Очень вкусное варенье из бананов готово. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.